Всем привет, меня зовут Андрей Петров, и вы на моем канале. Сегодня я расскажу о такой проблеме BMW E65 730D. Пропала тяга, то есть автомобиль плохо реагирует на педаль акселератора. То есть при нажатии на газ нету этого рывка, такое ощущение, что турбина не работает. То есть у нас есть такая ошибка DME, Digital Motor Electronics. При помощи такого сканера Creator C310+, о котором я рассказывал в своем прошлом видео, мы можем диагностировать, какая же у нас проблема, какие ошибки. То есть, как видите, у нас вот такие вот ошибки сейчас по двигателю: 3F25, Charge Air Tube Monitoring и 3FF1 Air Mass Flow Sensor, то есть расходомер воздуха, 4530 Charge Air Pressure Control Deviation, то есть датчик давления, и 4B10 Smooth Running Controller. То есть как мы это сейчас будем все устранять, я вам покажу. Сразу видна такая проблема, что здесь у нас есть такие пятна масла. Снимем крышку, посмотрим, что там. И что мы тут видим? А видим то, что датчик давления воздуха отсюда его просто выскочил, и уплотняющей резинки нету. У друзей на BMW Garage оказалась такая вот резиночка в наличии. Сейчас мы ее установим, посмотрим, пропадут ли ошибки и появится ли у нас тяга. Вот она, наша уплотнительная резиночка. Вставляем ее сюда. Скажу вам так, старая достаточно плохо держала датчик. Это уже гораздо лучше держит датчик. Подключим разъем. Так, сбиваем наши ошибки. Смотрим. Так, ошибок не найдено. Сейчас немножечко прокатимся, посмотрим, может появится, а может нет. И будет ли динамика или нет. Вот как сейчас работает турбонаддув. Заново проверяем Digital Motor Electronics, считываем ошибок нету. Значит, мы с этой проблемой справились легко и просто. Хотя заказал я бошевский расходомер воздуха, но я думаю, что я его в любом случае поменяю, а старый продам на OLX. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, будет много чего интересного. Всем пока.